слово от вас. Дорогие друзья, разрешите от имени губернатора края, правительства, я надеюсь, самого любимого министерства, вами любимого министерства, поздравить. Радует. Мы всегда рядом, всегда вместе. Поздравить действительно с третьим днем, замечательным днем. Все эти три дня нам действительно сам Боженька благоволит. Погода замечательная, просто солнечная, атмосфера очень хорошая. Вчера мы буквально обсудили, была два дня деловая программа. Вчера обсудили с нашими учеными, практиками перспективы развития семеноводства, селекции. Обсудили сегодня стартовавшую уже на территории региона уборочную кампанию. Кстати, скажу, что на вчерашнее утро 11 районов края уже приступили к уборке зерновых. Наполнено порядка, наверное, уже на это утро порядка 30 тысяч тонн. Урожайность в районе 26-27 центнеров с гектара. Но это только начало. Нам сейчас, в принципе, нужна только погода. Мы полностью готовы и могу сразу уверить, и не только гостей сегодняшнего праздника, а все население Краснодарского края, зерном мы будем точно обеспечены. И если будет обеспечено зерном, значит будем обеспечены всем. И молоком, и мясом. Это железо. Позавчера мы были на площадке нашего великого аграрного университета, познакомились с теми, на мой взгляд, очень важными и перспективными вещами, которые творят сегодня в стенах аграрного университета. Это, что очень радует, это действительно очень тесная связь с нашими сельхозпроизводителями. Все наработки имеют практическое применение, и это очень важно вот в наших новых экономических условиях. Сегодня праздник, действительно праздник. Вы увидите множественные локации. Мы еще раз хотим показать, что сегодня есть сельское хозяйство. Оно действительно развивается, динамично развивается. Конечно, мы богаты прежде всего не теми объемными показателями, которые демонстрируем из года в год. Наше сельское хозяйство богато людьми, богато вами. Это, наверное, самая главная основа будущих побед аграриев Красноярского края. Просто сегодня хочу пожелать всем запредельного феерического настроения, приятных общений. Уйти сегодня невозможно отсюда без покупок, поэтому, я не знаю, с праздником!